может быть, были бы какие-то шансы. Ну и бросок составлением вот этот был, но Боролин там здорово сыграл. Но опять же отметим, что бросок был низом, а внизу Боролин, ну, один из лучших в мире. Первое звено начинает у сборной России. Очень успешно начинает. 31 секунда потребовалось звену Жерди Фанисимов-Дадонов для того, чтобы во втором периоде забросить первую шайбу в сегодняшнем матче. Очень важная шайба для Анисимова. Очень важная. В прошлом году на чемпионат мира он не смог приехать, травмирован был, усталый был просто там. И сейчас вот его вызвали, не так-то он результативно играл за Ярославль. Так, очень надежно, очень... Ну, долго забросить ему, ну да, одна заброшенная шайба, это все-таки... Вот, а тут... Ну, это просто такой провал в обороне у финнов. Не знаю, если бы это такая ошибка была у защиты сборной России, я сейчас думаю, там уже... Защитник не забыл, что делать ему на скамейке. Куда ехать-то? Конечно. Где скрываться?